Тадеуш Мазовецкий, первый премьер-министр посткоммунистической Польши, умер в Варшаве в возрасте 86 лет. Он стал главой так называемого переходного правительства в 1989 году, еще при президенте-коммунисте Войцехе Ярузельском, после того, как на частично свободных выборах победу одержало антикоммунистическое движение «Солидарность». К тому моменту Мазовецкий являлся ближайшим советником лидера «Солидарности» Леха Валенсы, впоследствии сменившего Ярузельского на посту президента. В качестве премьер-министра Тадеуш Мазовецкий начал политику радикальных экономических реформ, ставших объектом зависти многих российских экономистов-либералов, а консерваторами прозванную «шоковой терапией». Короткие сроки Польша полностью отказалась от госконтроля за рынком, провела масштабную приватизацию и стала придерживаться жесткой монетарной политики. Непопулярность реформ стоила Мазовецкому поста премьера. С 91 года он был депутатом Сейма, а еще через год стал спецпредставителем ООН по правам человека в бывшей Югославии. Этот пост он покинул в 95-м в знак протеста против политики европейских стран и США на Балканах.